Мы находимся в заповеднике Калужские Засеки. Приехали на подкормочную площадку. Вот здесь вот такая смотровая вышечка. Это подкормочные площадки. Вот тут и зерно сразу, и зубры кушают. Сыпется зерно, лежит соль. Вот там вторая подкормочная. Вот так вот выбита вся почва, подходит. Зубры только недавно стали подходить подкормочной. Летом они не ходили на подкормочную. Вот уже осень, ближе к зиме, стали выходить. Здесь все, все вот разбито. Выбито копытами. Хорошая посещаемость подкормочных. Много здесь. Ну вот смотровая вышечка. Сейчас мы поднимемся наверх. Посмотрим, как оттуда вид. Лестница сделана красиво, покрашена. Вот, вот. Информационный стенд. Вот. Приезжают фотографы. Просто кто-то посмотреть на зубров может. Вот отсюда очень удобно фотографировать. Поднимаемся наверх. Вот тут сразу видно две подкормочных. Вот одна там. Здесь вторая. Ну и тут тоже информация о зубрах. Удобно, хорошо и безопасно.